до крови потертые ноги. Постелью служила земля. Хотелось у костра согреться, но костров жечь на фронте нельзя. Со слезами на глазах, с дрожью в голосе читает стихи не только о войне, о том, через что сама прошла, что выстрадала. Тамара Александровна Абрамова на фронт попала в 17 лет после ускоренных курсов медсестер. Хрупкая девушка уносила раненых с поля боя, перевязывала раны, не замечая свистящих над головой пуль. Те страшные события в памяти до сих пор. Бегал туда-сюда, бомбы летят, снаряды строчит без конца. Трое погибли сразу. Много раненых наших было. Кто-то руку сломал, кто-то осколок где-то что-то получил. Я ж моталась туда-сюда, и мне ни царапины нету. Тамара Александровна прошла всю войну. После спасала жизни людей в госпитале, а потом приехала в Куйбышев. 32 года проработала в 9-й поликлинике в физиотерапевтическом кабинете. За подвиг военный, подвиг трудовой и подвиг душевный ветеранов-медиков благодарит новое поколение. Только ваше участие, ваши добрые слова раненому, больному человеку, потерявшему веру в жизнь, в победу, только вы могли вдохнуть новую жизнь, новое желание бороться и идти вперед. Спасибо вам за это огромное. Их трудовой стаж насчитывает по полвека. Ветераны, прошедшие войну, пример для нынешних врачей. Несмотря на все лишения, на боль, что на всю жизнь осталось в сердце, они смогли сохранить оптимизм, чуткость и отзывчивость к каждому пациенту. Великой души, конечно, сами они в себе, как личности. И не случайно сегодня мы вот собрали не только тех, кто работал вместе с этими ветеранами, но и молодых сотрудников, чтобы они перенимали от них не только профессиональные качества, но и чисто человеческие. Подвиг длиною жизнь – это действительно про них. 7 героинь за одним столом. И так важно помнить, что их руками создана не только победа, но и мирная жизнь после войны. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.